Сегодня Микеле получает награду. Ее вручает, прошу вас, пожалуйста, заместитель начальника Международной службы гостелерадио СССР Евгений Гаврилович Аксюкович. Signor Aksukovic è qui per inserirti un premio della gostelerado, cioè della televisione sovietica. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Прежде чем вручить премию, я хотел бы сказать Михеле. Allora, prima di darti questo premio, о том, что начав показ спрута, мы выпустили джин из бутылки. Io voglio dire che quando abbiamo cominciato a far vedere questo film La Piovra, abbiamo fatto uscire il gin dalla bottiglia. Надо ответить на вопрос, который волнует многих сидящих здесь и миллионы телезрителей. Prima di tutto vorrei farti una domanda che penso interessa tutti i presenti. Будет ли продолжение? Ci sarà un continuo? Недавно мы достигли согласия с итальянским телевидением, и на следующий год телезрители наши встретятся снова с полюбившимся героем. Recentemente abbiamo firmato un accordo con la Tiffona Rai. L'anno prossimo speriamo di rivederti in questa. Grazie. Nel continuare. Большое спасибо. Когда мы выбирали памятный сувенир, мы остановились на тульском самоваре. Nel pensare che cosa regalarti, ci siamo soffermati su un samovar di Tula. Io penso che mia moglie sarà molto contenta. Già dove prendi il suo vestito sulle mie genu? Perché pensava di comprarlo domani qui a Roma. Она хотела вчера, простите, завтра его купить, но видите, вы опережаете. Спасибо. Испокон веков на Руси самовар собирал за круглым столом за чашкой чая друзей. Da sempre, come saprai sicuramente, il tè, il samovar raccoglieva attorno al tavolo tutti gli amici. Я надеюсь, что вы найдете в Италии время иногда посидеть у самовара. Così spero che in Italia troverai un po' di tempo per metterti a tavolo vicino a questo samovar. Я надеюсь, что вы вспомните этот зал переполненный. Spero anche che ti ricorderai questa sala gremita, come vedi, dalla gente. Milioni di советских телезрителей ваших верных почитателей. Perché qui devi saperlo, c'è milioni e milioni di tuoi ammiratori fedeli. А мы будем ждать новых встреч с вами. E noi intanto aspettiamo, vediamo cosa succede l'anno prossimo. Разрешите пожелать вам доброго здоровья, prima di tutto buona salute, творческих успехов, всего самого доброго. Ogni successo possibile nella vita e nell'arte. Grazie. Alla russa si fa bene, no? Я говорю по-русски три раза целуются, не два. Grazie. Спасибо. Мы просим Джулиану подняться к нам на сцену. Джулиана, прошу вас. Sì, vorrei chiamare qui con me a tenermi compagnia Giuliana Desio. Может быть, я тоже ее попрошу. Giuliana Desio, пожалуйста, на сцену. Che è una grande attrice italiana che prenderà parte alla Piovra 3. Известная актриса итальянская, которая будет сниматься в Спруте 3. Но я сразу же хочу представить актрису, которая снимается во многих телевизионных спектаклях, играет в театре, снимается в кино, и во второй серии эта актриса будет играть жену комиссара. Джулиана Дезио. Джулиана, разрешите вам передать скромный подарок советского телевидения. Эту простую балекскую шкатулку. Questo stipendio fatto a mano dai ragazzi. Большое. Ma adesso grazie. Volevo naturalmente dire anch'io qualche parola. Ну, естественно, я тоже хотел бы сказать хотя бы два слова. Perché questo successo in Russia. Я слышал об этом успехе. È stata la cosa più bella che mi ha regalato il ruolo del commissario Cattani. И это для меня был самый большой подарок, роль комиссара Катани. Questa trasmissione ha avuto successo in tutta Europa.
Передача эта пользовалась огромным успехом во всей Европе. Naturalmente anche in Italia. Ну, естественно, и в Италии. Ma quando noi abbiamo saputo, но когда мы узнали, che il successo in Russia è stato così bello, что в Советском Союзе такой огромный успех, è stata la gioia più grande. Это была самая огромная моя радость. Perché io ho un grande amore nei confronti della Russia. Потому что я очень люблю Россию. Un amore che viene dai grandi, dalla grande cultura russa. И любовь эта идет от великой русской культуры. Dalle grandi sofferenze del popolo russo. От великих страданий, которые в веках, через которые в веках прошел русский народ. E soprattutto dal grande amore che ha il popolo russo. Verso la vita e la pace. И от той огромной любви, которую русские, советские люди вкладывают в борьбу за мир сегодня. E voglio aggiungere. Хочу я сказать еще одно. Non è demagogia. Это не демагогия. Non è perché voglio ringraziare, cioè. Così, essere falsamente grato a voi. И я не хочу, так сказать, изобретать слова, быть лживым и фальшивым. Нет. Ogni attore ha un suo piccolo segreto. У каждого актера есть свой, хотя бы небольшой, но секрет. Quando io interpretavo la parte di questo commissario, и когда я играл роль этого комиссара, per stare sempre caldo, для того, чтобы быть, ну, как nel senso emotivo, в напряженном таком состоянии, io ho letto i fratelli Karamazov. Я читал братья Карамазовы. Delitto e castigo. Я читал преступление и наказание. E l'idiota di Dostoevskij. Идиота Достоевского. Dostoevskij mi ha tenuto compagnia. То есть Достоевский был моим другом во время съемок. Durante questo cammino. Во время этого нелегкого пути. Infatti molta della critica italiana. И действительно многие итальянские критики. Ha notato che questo personaggio. Заметили, отметили, вернее, что этот персонаж ormai è diventato un personaggio di grande carattere dostoevskiano, стал уже, в общем-то, характером из галереи достоевских портретов. Perché il bene e il male, потому что добро и зло, che questo commissario si trova ad affrontare, перед которым вдруг оказывается этот комиссар, li porta riesce a superarlo solo per il grande amore universale. И он проходит через все эти беды и радости, он проходит через это только через эту великую универсальную любовь, che lui ha verso gli uomini, которую он испытывает по отношению ко всем людям. E che è stato, come voi sapete meglio di me, il grande insegnamento di Dostoevskij. И как вы знаете, именно этот был, именно эти слова были уроком великим Достоевского. Катани ha sacrificato sua figlia e sua moglie. Катани как бы отдал жертву и жену и дочь. Per migliorare la società italiana. Для того, чтобы итальянское общество было лучше. E ciascuno di noi. И каждый из нас. Deve sacrificare qualcosa. Каждый должен что-то отдать. Per migliorare il mondo. Для того, чтобы весь мир улучшить. Questa è la grande lezione che ho ricevuto interpretando questo personaggio. Это великий урок, который я получил, пройдя сквозь роль этого персонажа. E io vi ringrazio perché penso. И я благодарю вас. Che voi l'avete veramente capito. Потому что я чувствую, что вы поняли это. Спасибо. Микеле. Вы стоите все время справа, а публика слева тоже хотела бы вас видеть. Io pensavo. Ah, да, совсем забыл. Sì, pensavo una cosa prima di andare via. Che forse sarebbe una bella cosa se cantiamo tutti assieme. Может быть, прежде чем мы уйдем, споем все вместе, нет? Che cos'è? Questo da solo. Sì, pensavo di cantare insieme a voi, ma se volete ballare, balliamo. Ну, пожалуйста, можно танцевать. Это ансамбль, лауреат международных фестивалей. Называется он «Карагон».
догадливая, молодая, молодая, догадливая. Дорогие товарищи, cari amici, в русском языке слово «мир» и слово «Рим» имеют одни и те же буквы.